Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот я и в Чите. Сейчас я нахожусь в микрорайоне Сосновый Бор. Здесь вот в этом доме живет моя сестра. Я блогер. Да. Кто тебя знает, может, ты собак снимаешь, а потом доносишь? Нет, я собак люблю. Вот первые такие вот агрессивные выпады, это первая встреча, можно сказать, с живым представителем читинцев. Вот, ну это Сосновый Бор, там вот виден лес за домами, там остановка транспорта, сопки видны. Ну вот такая неприятная встреча, друзья, была. Правда, я думал, она сейчас на меня эту собаку прямо напустит. Вот. Но, может быть, она в обществе защиты животных и очень любит собак. Всякое бывает. Ну, я сейчас, знаете, куда иду? Я сейчас иду на старое кладбище. Хочу посмотреть состояние креста на месте захоронения моего деда. Начну с посещения могил предков.